Даян Ахмедгалиев, или просто Даян, один из самых ярких участников третьего сезона рейтингового телешоу «Танцы на ТНТ». Уже во время первых выступлений у него образовалась огромная фан-группа, которая уверена в большом потенциале своего фаворита и внимательно наблюдает за его продвижением на проекте. Родился Даян в республике Мари-Эб, в городе Яшкар-Ала в октябре 1996 года. Кроме него, в семье подрастает двое младших братьев, для которых Даян – настоящий авторитет и кумир. Мама довольно рано распознала в сыне талант к танцам. Сын оказался чрезвычайно пластичным и артистичным мальчиком. Он буквально загорался, когда слышал музыку. Чтобы направить энергию Даяна в полезное русло, мама записала его в танцевальный кружок. Талантливого танцора там сразу же заметили и продвинули вверх по карьерной лестнице. Даяна отобрали в довольно известный в республике детский ансамбль эстрадного танца под названием «Улыбка». Коллектив оказался очень сильным. Все его участники серьезно готовились и были настоящими универсальными бойцами. Мальчики и девочки из «Улыбки» – это мастера практически во всех танцевальных стилях. Ансамбль демонстрировал такие успехи, что получил почетное право выступить на зимней Сочинской Олимпиаде в 2014 году. Для Даяна это был настоящий выход в свет. Хотя и до выступления в Сочи его часто ставили солировать. Юный танцор ярко выделялся даже на фоне очень сильных ребят своего коллектива. Взрослея, Даян все больше увлекался неформальными стилями танца – хип-хопом и дэнс-хип-хопом. В конце концов, он остановился на джаз-фанке, в котором достиг немалых высот. На различных конкурсах и фестивалях ему все чаще доставались призовые места. За успехами одного из лучших учеников внимательно наблюдала руководительница ансамбля Жанна Шатылева. Когда Даян окончил 9 класс, она посоветовала ему не тратить времени поступать в Республиканский колледж культуры и искусств на хореографическое отделение. Парень так и поступил. Дома его поддержали родные. Вскоре Даян получил специальность хореографа и решил не останавливаться на достигнутом. Свои силы молодой хореограф решил испытать на популярном телешоу «Танцы на ТНТ» в 2015 году. Но, наверное, выступление перед огромной аудиторией и знаменитыми наставниками – это действительно серьезное испытание. Некую неуверенность конкурсанта из «Мари-Эп» наставники и зрители заметили, поэтому Даяну удалось дойти лишь до топ-50. Он выбыл из проекта после группового танца. Но сдаваться на полпути к победе парень не собирался. В 2016 он снова пришел на проект, и, кажется, на этот раз танцор подготовился основательно. Даян «Танцы на ТНТ» считает той олимпийской высотой, взять которую дело чести. Он утверждает, что вернуться на шоу заставило честолюбивое желание доказать всем, что он интересный, трудолюбивый и талантливый. Конкурсант попал в команду Мигеля. Каждый танец Даяна – это яркое и зажигательное шоу, настоящий спектакль, в котором он становится актером. Танцор настолько пластичен и выразителен, что зрители без слов понимают все, что он пытается им принести. Особенно большой успех имел танцевальный номер, который представили Даян и Варвара Шеленина. Огненный и невероятно чувственный, он не оставил равнодушным никого, особенно Сергея Светлакова. Ведь танец был исполнен под музыку саундтрека его фильма «Жених». Номер был поставлен талантливым хореографом Алексеем Карпенко. Сегодня личная жизнь Даяна – это его семья, мама и братья. А еще друзья из ансамбля «Улыбка», которые с трепетом и волнением наблюдают за каждым выходом земляка на сцену. Когда конкурсант дошел на новые вершины и попал в топ-33, первым делом позвонил маме, которая переживала за сына больше, чем все его фанаты и друзья.